Ну, засыпь. Ты резать. Не знаю, что. У кого больше руки трясутся. Вот нормально, как приходя, не то, что надо. Под камеру, блядь, все нормально. Чтобы потом прям никаких разговоров. А камера какая? Местная? Там, знаешь, какая услуга? Там одноместная, правда, но, блядь, с бонусом осмотр квартиры есть еще такая услуга дополнительная. С выносом тела тоже. Под музыку. Как вы, да, маджахеды, завернутые в тряпку, в ковер. Ковер? Ну, в половине. Да, ну, такой вот перед дверью, знаешь, ноги. А как пленница, что ли, да? Там не будет на машине полосы? Лучше заткнуться. Решил стоять, специально ноги убирал. Все, все, не говори ему, подруг. Принцип стеклореза. Ребеночку поцарапаешь немножко, но не прорезаешь. Ну я ушел. Все испугались. Никто не хочет резать. Отправили одного. Там не задумывайся. Боишься, ты не боишься. Если надо резать, так надо. Просто знаешь, как старикам у нас дорога. Старикам у нас почет. Какие, сука, вы злые, а? Ну ты там на сайте будешь вешать. А что будет? А в углу значок. Не курят. Да, они не курящие, но прутся. Может, тут это самое, клей какой-нибудь от этого самого? Это все пленка, слушай, новая пленка. Может, от пленки какой-то, да, какая-то, да, хрень идет? На самом деле, это когда устаешь. Еще нет, ты прешься целый вечер, ты ржешь. Еще нет. Я не курю. Вообще ты не останавливаешься. Оу, я еще не так. Когда до 7 часов утра оранжевый Hyundai Porter катали, вот где перло. Не понял. Да, давай ты А ничего там не подложишь, под нее ничего нельзя делать, да? Только багажник можно подложить. Я говорю, видишь, он специально ноги убирает, если будет отваливаться, то ноги не отваливаются. Да, до пальца отрубят, потом на лестнице.